Приветствую всех на канале Мир Приколов Геймс, на связи Александр Приколист, и мы продолжаем выживать в игрушке Don't Starve, Ship Rigged, с глобальными модами Heroes of Dark и Ship Rigged Plus, ну и это, черт знает какой по счету сезон, по-моему, третий за мага именно, пытаюсь я выжить. В прошлом сезоне по мне шарахнуло во время бомбежки летней, прям первый же камень был. Слушайте, здесь еще и бивола! Много вас? Один? Ну, судя по какашкам, не один. Так, подождите, тут еще и рыба, значит, скорее всего, в мангровых зарослях. Вот обезьянки за мной, конечно, бегают, это меня немножко напрягает. Но, с другой стороны, обезьянки, это и защита, и плюс еще... Это очень много мяса, очень много бананов. А тут обезьянок много, их даже не нужно. Я их, может, в один конец острова переселю. Просто так, чтобы случайно на них не натыкаться. Давайте мы вот этот островок все-таки обыщем. Хотя, блин, что его обыскивать? К примеру, во время летней бомбежки там можно здесь вот бегать будет. Чего обыскивать, мне некуда складывать, даже еду некуда складывать. Так, отвали. И минус еще, если здесь погибнешь, они все утащат, но... Вон, этот сперли диамант утащили. Скотины, такие, блин. О, здесь вот еще пауки. Это можно посносить. Так, ну, островок мне так определенно нравится, но нужно еще глянуть, что вокруг. И у нас склад рядом еще здесь находится, поэтому есть смысл туда сгонять. Нужно только сделать научную машину, у меня все на это есть. И макаки от меня отвалили. Короче... Не захотели они больше со мной бегать. Поэтому аккуратненько сейчас. Блин, навоз. От макак. Макаки вообще, по мне, это полезная вещь очень, если уметь с ними уживаться. Это навоз. Это бананы. Это, блин, кусочки мяса. Главное... Находить бананчик, давать им и друг на друга натравливать. И вот это место мне вот определенно как-то импонирует. Вот этот, я люблю вот на таком биоме селиться. Вон мандрагора тут торчит. Бифл, какого черта ты ходишь по суше? Еще одна мандрагора. Вот эта полянка и по цвету мне очень нравится, но небольшой минус в том, что если приплывут механические кони, они начнут, они прям подплывают так вот к берегу и начинают бомбить. И бомбить они могут прям по базе. Можно прямо вот тут вот, давайте пока сделаем. Мне просто нужен рюкзак. А лучше сделать два рюкзака. Мне нужен вот такой рюкзак. Так, убираем вот это дело. Убираем вот это. Убираем вот это. Кстати, сразу давайте изучим вот это вот. Песок. Нужен песок. Нужна лопата еще. Тот же клад выкапывать. Нужна лопата. Так, это сюда. Сразу копнем песочек, вроде там он есть. Тут алтарь еще. Поэтому алтарь нужно... Нужно расфигачить. Черт, макаки. Макак много, блин. Так, на рюкзак на поросячий нужна паутинка.
кого вы там? А, на змей. На змей. Я бы домик вот расфигачил. Я вот эти домики, наверное, тут разнесу. Бананов сколько-то я подобрал, а сколько не знаю. Но домики я туда хочу переселить, в другое место. Все сгребают, гады такие. Так, где тут обезьянки еще? Тут слишком много домиков, и их нужно сломать. Все сгребают, гады. Ну, они сейчас вернут, дам банан кому-нибудь, вернут. Ну-ка, ну-ка. Вот еще домик. И вот в эту сторону куда-то их переселить. Ну, не знаю, наверное, все-таки я буду где-то здесь жить. Мне просто нравится. Офигенно. И алтарь рядом, если что. Так. Так, сгреб. И, наверное, я сейчас травлю друг на друга их устрою. Фонарик я не сделал. Ой, этот факел. Черт, факел. Факел. Опа. И светлячки тут рядом. Ну-ка, 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 ну-ка. Так. Веревку. Срочно делай веревку. Срочно делай сачок. Так. Есть светлячок. Опа. Вот так вот. Вот так вот. Чтобы выкинуть пока... Так. Еще одного светлячка нужно. Ай, черт, дерево помешало мне. Ладно. Так. Сундучок бы еще сделать. Так, давайте съедим один банан. Иди сюда. Черт. Это мы сожрем. Убейте эту обезьяну. Сейчас что-нибудь соберем. Правда, некуда уже собирать. Веточки соберем, почему нет? Ух ты, какая пасть, смотрите. Прям во время этого было. Это сожрем. Бананок зря я все сожираю. Бананы я зря. Мне бананы нужно, чтобы изучить домик макаки новый. Опа. 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 Так. Да, мои остались, отлично. Так. Кусочки мяса некуда складывать. Так. Черт, нужно еще один рюкзак сделать обычный. Так. Сюда. Да черт, сейчас все утащит, пока ты тут. Собирай. Да не то ты собираешь, блин. Черт. Так. Сюда. Черт. Так. Одевай. Одевай. Где еще макаки? Топор сперло, да какого. Ладно. Каску я же могу сделать. Нет, каску не могу, нужна алхимическая машина. Лодочный фонарик я могу сделать. Фак, уже всего нахватал. Не хватает.
хватает, скорее всего, мне дерева. Там 4 доски нужно. Макак, интересно, моя, нет? Топор. Топор у меня сперли. Веточки с кремнием у меня есть. Отлично. Давайте вот это повырубаем. Опа. Мартышки пускай собирают, не страшно. Мы у них заберем. Потом заберем как-нибудь. По-моему, как раз которых я приучал, их убили. Бананы зря я сожрал все. Так, топор. А, тут куст со змеями. Черт. Вот почему на макак-то не нападает? Моя шкурка. Так, держи банан и убей ее. Убей ее, говорю. Как раз она дерево, мне кажется, тырила у меня. Куда ты побежала? Куда ты, черт, побежала? Банан, 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 мой. О, дерутся, дерутся, отлично. Ух ты, что там происходит-то? А где мое дерево? Вы твари, блин. Подбегаем, что-то собираем. Так. Во, отлично. Банан не успел взять опять. Отлично. Еще одно месяц. Успел схватить Майка. Так. Нет моих макак опять. Ё-моё, да так долго. Вот они, веточки с мясом, чёрта. Так, отлично. Опять украли. Ладно, пойдемте паучков потравим. Так. Так, забрали. По-моему, еще две. Не, мне вообще 4 паутинки нужно, потому что я потратил носочок. А тут пауков дофигища. Ай-яй-яй. Так, давайте это сделаем. Так. Если я не ошибаюсь, на этот рюкзак на поросячий. Ай-яй-яй. Так, уровень. Что-то с некромантией связано опять. Мне кажется, посох, который отпугивает или что-то в этом роде. Так, макаки, верните. Не то, не то, не то, не то. Так. Убей ее. Так. Так, ловим. Вот он у меня. Где вы деретесь? Эй! А вот, где-то здесь.
Так. Черт, к ним близко подбегаешь, они убегают. А... Ой-ой-ой. Где-то здесь они дрались. А... Должны уже... Где вы? Не видно. А, во-во-во. Да они везде дерутся. Чёртовы макаки, а? Вот они. А, опа, есть банан, забрал. Банан забрал, прекрасно. А, это долго, блин, а... А моя живая? Во-во-во, где много, удобно. Потому что кто-то дерево у меня тырил. Вот дерево, в принципе. Тот, кто дерево у меня тырил, в принципе, опять забрали там дерево. Черт. Так, сохранение. Да, ну посади ты. Посади. Опять моей макаки нету. Что за фигня? Кто из вас воровал у меня это? Паутину. Опа! Черт. Семечко. У меня сперли и паутину, блин, и... Короче, все, что можно, сперли. Все тырит. Не понимаю, я же направил тебя убивать. Какая из вас? Вот-вот-вот, давай. Давай. Отлично. Кремень, камень. Паутинки. Так, мясо еще. Так-так-так-так-так, давай-давай-давай-давай. Еще. Пора уже, вот. Так, отлично, диамант забрали. Уже не помещается, черт. Банан сейчас сожрут. Черт! Черт! Что выкинуть? Фак. Фак, что можно выкинуть? Они все собирают обратно. Твари такие. Ладно. По-моему, дерево как раз собрали. Так, моя живая, нет. Нет, опять моя сдохла. Нужен сундук. И нужен этот, как... Так, а где пауки? Тут пауков много же было. И вот еще пауки. А где-то еще тут прямо, да, скорее всего. Вон там, наверху. На рюкзак, по-моему, мне нужна еще одна паутинка, либо две. Я не помню. Нужно сделать большой рюкзак и уже это как... Моя паутинка. Так. Еще одна паутинка. Давайте сломаем, ладно. Они просто у меня сперли, блин, паутину я сломал, когда гнездо-то. Мне кажется, должно хватить. Мне кажется, должно этого хватить вполне. Дофигище мяса. Короче, ну, полно всего, но, блин, это как домик обезьянок я не построю. Но их там и так дофигище, блин. Их, ну, как грязи, еще раз, два, три, еще пять домиков, скорее всего, там еще где-то есть. Все-таки нужно за этим сгонять. Как он называется?
Нужно сбегать за кладом сплавать. А для этого мне нужно дерево. Ну, дерево не для этого, дерево мне нужно для того, чтобы сделать уже лодку. Так. И долбанный рюкзак, из чего он там? Знаю, что веревки нужны, знаю, что паутинка нужна. Да, две веревки мне нужно сделать. Чтобы что-то сделать, мне нужно убрать эту долбанную обезьяну отсюда. Ладно, вот это можно выкинуть. Так. Так, черт. Они же все крадут. Так, место освободил, давайте. Да, сейчас мачете стырит, блин, скотина. Так, давайте все-таки сундук сделаем для начала. Чтобы хотя бы что-то туда положить, блин, сволочи. Так, сундук. Положили это. Куча навоза там. Так, золото сюда. Это сюда. Так, теперь две веревки. Одна, вторая. Делаем рюкзак себе большой. А, я не могу большой рюкзак сделать, пока я не сделаю... Черт подери. Пока я не сделаю себе машину. Ладно. Так. Черт, сколько я навоз набрал. Так. Ну, вот это изучаем. Где-то у меня еще один валяется. Где-то у меня валяется еще. Да, вот. Так. Долбаная макака. Не рой. Мне нужны вот эти кустики. Мне нужны... нужно дерево еще. Топор. Сволочай. Это неудобно, что они тырят постоянно все. Так. Ставь. Я, конечно, могу ее убить, но из нее, мне кажется, нифига не вывалится. Так, и кушать хотим. Так, и у нас где-то дофигище мяса было. Так, давай, кушай. Пока она спит, мы порубим спокойно дерево. Давай. О, банан. Банан пригодится. Так, мне нужно 4 доски. 4 доски это 16 этих. Нехило. Так. Она не особо много тырила у меня. Сейчас, если будет тырить много, я ей дам банан, заберу у нее. Точно она у меня потырила. Так. Лопата копай. Шишки пускай пока будут тут. Так, ну топоры у меня еще есть. 6-й день. Блин, какой 10-й день? Я тут копошусь на одном острове уже 6 дней. Ну не 6, но... 5 дней точно. Так, убегаем. Лопата. Какого черта, куда ты улетела? Так. Забираем. Еще немножко. Я не знаю, на плотике сплавать с закладом, хотя бы глянуть, что там. Там. Опа-на! Слушайте, а как это так прилично у меня уже натырило?
Задолбал! Какого черта? Сейчас и это на меня поползет, скотина такая. У меня макака, по-моему, все дерево собрала. Черт. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сволочь, а. Так, давайте не дадим все-таки банан. О, черт, смотрите, сколько она всего нагребла. Сейчас они его убьют, наверное, еще. Банан. Опа. Успел забрать. Так, забрали. Где-то у меня мачете я подобрал. Черт, почему я его не вижу? Какого? Спас легли, да? Сволочи. Так, одна есть. Вот и шкурка замечательная, нужна. Так, это сюда, это сюда. Травы немного, конечно. Так, банан пускай лежит. Так, хватает, по идее мне должно хватать. Она много дерева выкинула. Поэтому делаем 4 доски. Ну. 4 доски. Дальше. Сколько-то камней мне нужно. Камней у меня дофига. Так, 4. Берем золото. И делаем 2 электрические штуковины. 2. Так. Делаем себе машину. Отлично. Так, семечки, ладно, фиг с ними. Так. Съешь так, занимает место только. Дальше. Это сносим. Заберем хотя бы какие-то вещички. Так. Это сюда. Каска нам нужна. Золото. Так. Золото. Каску снимаем. И нам нужно рюкзак. Большой рюкзак. Вот он. Отлично. Шикарно. Получили еще уровень. Так, мясо заберем. Так, что нам там дали? Где, в какой рюкзак улетело? Заклинание должно же быть. Вот, в этот рюкзак. Призыв монстров. Кстати, он там, по-моему, несложно делается. Папирус только нужен. И дерево мне на лодку все равно не хватает, поэтому давайте на плотики сгоняем. Так, вот сюда вот можно уже какой-то инструмент складывать. Сразу буду в этот рюкзак складывать. Приплыл я вон оттуда. Так, ну это пока. Да, это давайте сюда. Что тут у нас еще? Это фиг с ним. Так. Это сюда. Это сюда. Что положил, я не понял, дерево или что это было? Да, дерево, оказывается, положил. Так. Успеем доплыть? У нас каска есть. Да, прям рядом тут. Поплыли. Посмотрим, может клад офигенный будет. Ну, там, я не знаю. Ну, зонтик может быть. Может, подзорная труба там. Либо обычная, либо... Какая-нибудь там. А вот рюкзак. Я все шкурки на рюкзак потратил или нет? Да, 4 шкурки нужно на такой рюкзак. И всего, по-моему, 4 выпало. А...
сделаем себе фонарик еще на лодку. Ну, сейчас посмотрим, что мы там вообще найдем. Остров тут недалеко. Я, по идее, исследовал-то, что... вот и вот остров сразу. Ну, он неплохой. Он очень неплохой. Даже если учесть, что... какие-то другие, допустим, там болота. Ну, болото, если далеко, конечно, фигово будет. А там, допустим, осьминог, там еще что-то далеко будет, то не так страшно. Основные какие-то вещи. На этом острове можно вообще не вылазить жить почти. Только на болоте нам нужно там наковырять что-то. Ну, конечно, это неинтересно сидеть в одном месте постоянно. Так. А где у меня лопата? У меня же была, или я ее сломал? Да, лопата есть. Опа. И я думаю, лучше костер развести в этом месте. А то вдруг сейчас кто-нибудь вывалится. Так. Лопата. Ну, пожалуйста, хороший клад какой-нибудь. Так, змеи сразу вышли. Понятно. Ой-ой-ой, главное, чтобы не убили. Так. Так. Лучше по одному разу бить, потому что их много. Так. Так, готова еще одна. И шкурка. Шкурка пригодится. Затопило, понятно. Где клад? Так, косточки заберем. Ну, да блин, ё-моё. Ну, камушек красный это уже неплохо. Это амулет можно будет замутить себе. Да, там этот. Ну и раз уж мы здесь, давайте посмотрим, что тут есть вообще на этом островке. Есть ли вообще что-нибудь. Было бы неплохо, если свинья. О! Родимый свинья. Свин, иди сюда. О, свинячий магазин тут рядом. Шикарно. Слушайте, здесь свинячий, поросячий магазин. Можно будет закупки делать. Мы, кстати, уже можем что-нибудь купить. Шестеренки жалко покупать, но если нужно будет, купим. Таю можно купить. Семена питая, два дублона, три семечки. Так, а еще свиньи есть? Так, ракушки мне нужны. Кстати, по поводу рюкзака. Рюкзак-то, по идее, одет на меня вот такой, а открыт вот такой вот. И поэтому я, видно, он меня не замедляет. То есть, если я вот так вот сделаю, то, наверное, будет медленнее бегать. Тут небольшие глюки с этим. То есть какой рюкзак на тебе одет один, а открывать ты можешь другой смотреть. То есть как-то все это вот сделано странно. О, дублон валяется. С какого перепуга тут дублон валяется? И, наверное, просто так валяется. Так. Будем обыскивать этот островок. А свинка пускай пока за нами бегает. Мы ее в оборотня превратим в любом случае и убьем. Правда, есть предположение, что тут всего одна свинка. Это плохо. Так, остров закончился. Так. Так. Я думаю, семена питаю, может, действительно купить. Навоза у меня дофигища. Почему бы и нет? Сделать грядки и сразу насажать питание, сделать себе пироги из питания несколько штук. Потом сделать лодку, и можно путешествовать будет вообще без проблем. Так. Я хочу есть уже довольно-таки сильно. Пальму не хочу со свиньей убить. Хотя, блин, я не знаю, может, нужно порубить с ней.
пока еще день. Пальму можно обратно посадить, не страшно. Ну, может действительно с ней порубить, пока она приручена, а потом ее убить. Давай. Опа. Ой-ой-ой, шарахнули-то, черт. Нужно с этими пальмами аккуратнее, меня могут убить так. Так. Лучше пускай свинья их бьет. Вот ударим разок и все. Не-не-не, клати. Давай. Черт, пошла жрать что-то там, скотина такая. Давай, руби пальму. А мы отойдем. Я потому что хилки, по-моему, не выбивал. Во-во-во, по ней шлепнул уже. Топор. Так, стой. Не топор, а где... О, мы можем сейчас дерево наклупать с ним. Так, руби эту пальму. Руби, говорю. Да черт, руби, ленивая свинья. Вот опять кокос упал. Меня бы уже убило. А вон еще свинья. Еще одна свинка. Стой. Они вдвоем быстрее сейчас будут рубить. Почему одна рубит, а вторая нет? Почему одна послушная, а вторая нет? Тут еще и пчелы рядом тоже. Хотя на моем островке тоже они есть. Так, отлично, второй стак дерева пошел. Так, давай, руби, пока вечер там начался. Так, и пошли еще одну, давайте, рубаните. Чёртовы. Я с ней даже сам могу не сам убивать, а... Сейчас убьет эту, наверное. А где мачете? Не-не-не. А я... Черт, могу так сдохнуть. Ай-я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 й! Нет, пожалуйста. Вот сейчас на оборотне натравим пчел. Каска только где? Вот он. Отлично. Ой-ой-ой, что-то я как-то прям это как... Так опасно. О, шкурка еще одна. Повезло, выпала шкурка. Давайте побегаем, лечиться. Покушать нужно, чтобы лечиться. Так. Что-то дерево мы не густо так это нарубили-то. Здоровье мне это сильно не прибавляет, плохо. Так. Чего, здоровья осталось вообще совсем мало. Нет, только это не ешь, пожалуйста. От водоросли. Так.
Слушайте, кокосы может к себе посадить? У меня два улья, тут два улья. Офигенно. Офигенно, блин. А вот еще, походу, свинья. Да, еще одна свинья. Иди сюда. Так. Так. Травы много не будет. Ну, все, походу, конец. Еще одна свинья. Так, стой. Иди сюда. Раз такая пьянка, мы тогда сейчас заберем на улей. Только изначально я бы, наверное, все-таки с ними опять порубил бы. Только самому главное не попасть, а то кокос упадет на меня и все, хана будет. Свиней даже не обязательно переселять, можно с ними тут это... Если что, рубить можно прямо тут с ними. На этом островке. Это собираем. Это собираем. Ну, кстати, можно покушать. Сейчас нужно нарубить это дерево. Ну, пальмы так пальмы, почему бы и нет. Только он не ту рубит, ну ладно. Не в ту сторону пошли, сволочи. Не ту пальму. Вот эту. А вы рубите вот эту большую. Да, молодец. Вот ты какого... Какого черта ты стоишь, глупая свинья? О, отлично. Начал тоже рубить. Мы так с ними сейчас деревьев навалим, а деревья пригодятся, я сделаю себе кладовку. Чё, по башке получили все? Давайте рубите. Твари, рубите. Сволочи, чё они... Во, руби. Во, по башке раз получили, сразу это как обделались. Так, где тут еще есть это? Мало дерева, мне нужно еще больше. Нужно пальмы искать именно с орехами, лучше, чтобы потом посажу в одном месте все их. И может быть хорошенько так нарубить. Кстати, могут энты вылезти. Хороший такой островок. Плохо свиньи раскиданы по всему острову. То есть, раз, два, три, четыре. И, возможно, где-то здесь еще. Ой, ты нифига, я отдалился. Такие маленькие свиньи. Давай. Руби. Руби, говорю. Тупая свинятина. Так, отлично. Отлично. Шикарно. Кокосов, я так понимаю, штук 40, наверное, я уже набрал. Так, лопата сломалась. Страшно. И опять почему-то одна только. Одна рубит, вторая нет. Вот две пальмы как раз с кокосами. Давайте, бейте. Отлично. Кокосы дополнительные падают еще. Отлично. Так, дерево 3 стака. Так,
Так. Че, я не понял, сколько кокосов-то? Я просто еще в другом рюкзаке где-то были они. Или нет, всего 22. Ну ладно. Так, сейчас будет темнеть. В принципе, дерево. Я не знаю, еще чуть-чуть порубить бы, может. Просто на кладовку. На кладовку нужно 20 досок. 20 досок это как раз 60 дерева. О, дерево валяется. 20 досок это 60. А, у меня 67, да? Во. Вот, давайте вот это еще снесем. И натравлю их на пчелу. Хорошо, Катя. Так. Черт, а где лопата? Так. Так. И как раз... бейте. Давайте, давайте, делитесь. О, можно под шумок сломать как раз, точно. Отлично. Так. Собрали немножко меда, собрали... Ай ты! Чёрт! 15 хп осталось, 15 хп. Ай-яй-яй-яй, беги, 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 не рискуй. Съедаем, он по 3 хп прибавляет. Вот, кстати, я еще не собрал. Сейчас темно станет, а каска недалеко. Черт. Это было близко. Ни одного жала, наверное, не выпало, да? Черт. Так, веточек полно, травы полно. На моем островке тоже травы полно. Так. 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 В принципе, покушать есть что, но... кокосовые орехи я... жрать не буду. Я их посажу сейчас где-нибудь в одном месте. Так, свинья здесь у меня. Где-нибудь вот тут, в одном месте прям насажать. Много-много-много их. Вот так вот. Потом со свиньями будет удобнее рубить. Так. Снимай. Так. Так. И, возможно, енты вылезут. Отлично. Так. Так. Сразу 20 спален будет в одном месте. О! Отлично. Ну и... Блин, я хотел просто еще из этих вытащить жало. У меня не получилось. Ну и... Ну и фиг с ними. По крайней мере, вот это я вытащил. Можно пчелок сразу куда-то посадить. Либо около макак, либо около пауков, либо... Либо еще куда-то. Я даже не знаю. Сейчас глянем, вообще мне хватит дерева или нет. По идее, должно хватить. То есть, камней у меня только, наверное, не хватает. Но это... Камни можно и наколупать, не страшно. Да, и со здоровьем у меня слабовато все. Очень. Кстати, вот некоторые нужно немножко выкопать вот так вот. Освободить место. Под те же грядки. Тут очень много семечек я заметил почему-то. Хотя, может, сезон вообще такой. Так.
навоз берем. Грядка. Грядка. Раз. Грядка. Два. Грядка. Давай третью вот так вот сделаем. И семечки. Раз и два. Так, и кладовка. Из чего она там делается? Это паркет. 20 досок, 20 булыжников. Но чтобы сделать 20 булыжников, это нужно камня дофигища. По-моему, 60 камней. Ну, это проще, чем с деревом. Ну, в принципе, давайте на этом серию закончим. Если понравилось, ставьте пальчики вверх. Если не подписаны на канал, подписывайтесь. Заходите в группу ВКонтакте. Ссылочки на моды, кстати, в описании. На группу ВКонтакте тоже. И увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.